Табло тупит. Табло тупит. Итак, Сбербанковское дерби нас сейчас ожидает. На поле Сбербанк Технологии и Московский банк Сбербанка России. Команды уже встречались, и тогда Московский банк одержал довольно простую победу со счетом 3-0. Но Сбербанк Технологии сегодня показали, что могут играть и давать бой кому угодно. Обыграли 3-2 банк ВТБ, но, правда, до этого уступили Спецвязь 0-4, Мосэнергосбыту 1-4. Но динамика радует. После поражений Сбертех собрался и характер показал нешуточный. У Московского банка поражение от Спецвязи со счетом 2-3. Вот сейчас момент был неплохой. Нужно было, конечно, обыгрывать соперника. Московский банк привычно ждет ошибки соперника. Встречает их на своей половине поля. Очень точный удар. Расстроен игрок поражением в прошлом матче от Спецвязи. Поэтому радости особой нету. Мячи в ворота коллег по Сбербанку воспринимают как данность. Больше переживают насчет того, что уже сегодня 3 очка упустили. Ну, надо восстанавливать настрой. Сегодня еще будет непростой матч с ВТБ. И к нему нужно подойти в полной боевой готовности и, главное, верой в себя. Довольно спокойно играет, чувствует Московский банк, что в любой момент может забить один и более. Сбербанк Технологии, ну, пока не стремятся тоже форсировать события. Yeah.
просит Московский банк, Сбербанк России отойти соперника на положенные 5 метров. Сейчас главное свистка дождаться. Вот он, если бы не дождался и начал бы вводить мяч в игру, то желтую карточку бы игрок обязательно получил. Не было нарушения. Шулова нога зацепилась за сетку. Главное, что травму не получил. Потому что такой момент неприятный. Попал в плечо. Шилов далеко мяч бросил. В энергосберегающем режиме играет Московский банк. Еще игру сегодня проводить одну. Борьба за рамками правил. Фол красных. Хорошо обработан мяч. Аут Мосбанка. Никого не оказалось. И отличная передача. И такой же отличный гол. Не зря чувствовал Мосбанк, что в любой момент может преимущество увеличить. 2-0. Для первого тайма это уже очень неплохо. Последняя минута первого тайма. На одну атаку. Технологии есть. Шилов будет бросать туда, где мяч подольше задержится, без особой активности, чтобы уже время, отведенное на тайм, закончилось. Но на последних секундах Кибертекст пытается навязать борьбу.
2-0. В пользу московского банка. Спокойно играет команда. Экономит силы и бережет состав на заключительный матч сегодняшнего дня. Встречу с банком ВТБ. Так что, скорее всего, в этом тайме увидим мы такой очень академичный футбол от московского банка. Но верим, конечно, что Сбертех активизируется, вернется интрига. И все-таки огненную концовку мы увидим. Но это в лучшем варианте. Даже защитника приходится. Пытается Сбертех навязать быстрый темп. Удар во вратаря прямиком, и то ли за счет силы удара не смог он на ногах удержаться, то ли такой момент с падением был для фотокорреспондентов. Чуть-чуть бы добавить движение еще Сбертеху, намного больше вариантов сразу бы появилось. Очередную атаку сбертеховцы начинают. На центре штрафной никого нету из партнеров. Ну, остановился уже московский банк. Играет строго по счету. Но вот когда третий игрок у Сбера подключается на чужую половину поля, сразу становится намного опаснее. А сейчас атакуют уже всей четверкой. Ну что, собрались. Третий гол сообразить. Пытается ротировать состав московский банк, но только два человека на скамейке, то есть здесь особо заменами не поиграешь. Удар под ближнюю штангу. Thank you.
рикошет снова в пользу московского банка. Но вот здесь наконец-таки они с мячом распрощались. Так неоднократно везло в ходе этой атаки. Ну вот, три человека у Сбертеха в центральном круге, вот было буквально только что, и далеко не сразу поняли, кому куда бежать. Контратака сейчас должна пойти, 3 в 2, Мосбанк. Силы футболиста Мосбанка, чтобы в концовке тайма такие быстрые атаки проводить. Последние 2 минуты. Ну и уже не торопится контратаковать. Мосбанк, идеальная сейчас получилась передача, корпусом сыграно грубовато. Ну, та карточка интересная, за что? За само нарушение или за разговор? Работал единственный игрок, стоявший в стенке. Прям на него мяч и пришел. Гол престижа вполне может забить Сбертех. Однозначно наработала команда на него. Будет справедливо, если получится. Справа есть открывание. Удар с лёта.
Аут был. Последние секунды. Все. 2-0. Конец матча.